25 января, полтора месяца назад, мы снимали здесь сюжет, где водители нарушали правила дорожного движения и проезжали вот здесь вот. Здесь раньше была дорога через тротуар к магазину и к близлежащим домам. Мы обратили внимание на эту проблему, предложили ГИБДД и мэрии и администрации района как-то эту проблему решить. Решение не заставило себя долго ждать. Вот перед нами куча, которая была передвинута вот оттуда, которая на некоторое время прекратила доступ автовладельца к магазину. Тем самым создав видимость о том, что проблема решена, хотя проблема как была, так и есть. Наступит весна, все это растает, начнется грязь, а водители как ездили, так и будут ездить по тротуару. Поэтому, зная эту проблему, я думаю, что мы не остановимся на достигнутом и сделаем все, чтобы пролет забора здесь был и, соответственно, чтобы данная ситуация не вводила водителей в заблуждение.